Ночная фантазия. Thank you.
иди сюда. Дэвис, а знаешь ли ты, что в нашем фантастическом мире все красивые и отважные? А ты отважный? Очень отважный. Что ж, докажи. Да-да. Да. Майстро, музыка. Большое спасибо. А сейчас Дэвис исполнит для вас уникальный трюк. Три сальто мортале. Что?
три сальто мортале. Внимание! Один, два, три! Браво! Фантастика! Прямо сейчас мы открываем конкурс на лучший голос нашего королевства. В конкурсе принимают участие мадам Ку-Ку. Это я. И обезьянка Чуча. Это я. Это Романс, Алябьев, Соловей. Основную партию петь буду я. Нет, я! Я буду петь. Нет, я! Я буду петь. Нет, я! Я! Хорошо, пой. Чё? Ты что, уже забыл? Склероз. Ну как же я буду петь с тобой, когда у тебя с памятью так плохо? Хорошо. А я тебе говорю, плохо. Хорошо. Плохо. Хорошо. Хорошо. Ой. Чё? Соловей. А, это Соловей. Это вот этот. Соловей мой, Соловей. Это соловей мой, соловей, голос чистый. Я больше пить с тобой не буду. Никогда. Никогда. Я найду себе другого партнера. Где? Ну где-где? Прямо здесь и прямо сейчас. Ты знаешь, что из любого зрителя за 5 минут можно сделать звезду? Ты чё, Ку-Ку? Да. Я мадам Ку-Ку. А ты Чуча, я Чуча. А ты Чуча. Ты, Чуча, пойдешь и погуляешь. Куда меня тащите? Я не хочу. Итак, уважаемые дамы и господа, скажите, кто из вас когда-нибудь мечтал стать звездой эстрады? Поднимите руки. Вот как много несбывшихся мечт. Ух ты, какой молодой человек, симпатичный. Идите сюда. Ваша мечта сейчас осуществится. А пока я хочу спросить, уважаемую публику, как вы думаете, что нужно, чтобы стать звездой? Что? Талант. А еще что? Громче. Что? Голос. Да, это в программе «Голос» нужен. Деньги, продюсер. Замечательно. А вот представьте, что все это уже, как вас зовут? Роман. Все это у Романа уже есть. Он выходит к очаровательной публике
И в этот момент звучит что? Нет. В этот момент звучит фанера. Так вот, вашей фанерой сегодня буду я. Я буду за вас чревовещать, ну, то есть говорить, не раскрывая рта. А вы будете, как некоторые наши звездочки, только вовремя открывать и закрывать рот. Чтобы это было вовремя, смотрите. Каждый раз нажимаю на ручку, открываете рот. Разжимаю, закрываете. Только молча, как рыбка. Хорошо? Итак, давайте порепетируем. На меня не смотрите, я фанера. Вот, не, ну широко, как будто Биг Мак едите. Вот, замечательно. А волос-то какой у Романа симпатичный, правда? Роман, наверное, у вас тенор. Да! И вы никогда раньше не пели? Нет. Так это премьера. Да! Чудесно. Скажите, Роман, что вы больше всего любите? Деньги! Понимаете, деньги портят человека. Я имела в виду, что вы больше всего любите петь? Романсы. Романсы, какой замечательный вкус. А какой романс ваш любимый? Очень черные. Романс о безответной цыганской любви. Романс о страданиях. Роман, примите позу страдания. Вот это страдания были, да? Ну, ничего, мне нравится. Знаете, каждый страдает как может. Итак, Роман, приготовились. Маэстро, музыку! Очи черные. Очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час, не встречал не страдал бы так, я бы прожил жизнь, не припеваючи. Вы изгубили меня, очи черные, слинка нет, мои счастье. Роман, а теперь танцуем? Вот так, плечиками. Что нет-то? Хорошо, давайте вот так. Опа! Незабываемо, фантастично за 5 минут сделать эстрадную звезду. А вы не могли бы из меня за 5 минут сделать отважного акробата? Из вас? Да. Акробат. Что вы, что вы? Ведь на это нужны годы. Годы тренировки. Я буду героически стараться. Помните у Гумилева? В ярком солнечном свете надменный павлин акробатом стать возжелавший. Thank you.
Наш фантастический мир цирка наполнен радостью и весельем. В нем все играют, танцуют и поют. А вы любите играть? Я не понял, да или нет? Отлично! Дэвис, иди сюда. Я кое-что придумал. Вперед! Thank you.
прекрасных принцессах и благородных принцах. Не хватит даже тысячи и одной ночи, чтобы рассказать их все. Но лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Он, она и слон.
теперь мы точно знаем, кто же сильнее, человек или тигр. Сильнее чувство дружбы между человеком и животным. Чувство взаимоуважения. Я вас уважаю, вы меня уважаете. Мы с вами уважаемые люди. А сейчас, Дэвис, пожалуйста, помоги нашей уважаемой униформе подготовить следующий фантастический номер нашей программы. Спасибо большое. Thank you.
Thank you.
Ma da bocca vi richiede va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Quando te vedi in cave di I love you.
ясную гору, и купол радуга сверкает, магия приходит. Волшебный сон прекрасен, все царствует фантастикой. Это зимки, это зимки, наше гуманное царство. Это зимки, это зимки, это зимческая сказка. Чудеса закружатся в волшебном сне. Наши фантастики!